Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, нам нужно словить еще двух покемошек, двух покемонов, монов, чтобы уже наконец-то у нас были все покемоны. Я надеюсь, что будут все. Ну слушай, давай-ка ты иди. Ой, сейчас он еще и убегать не будет. Не то, что убегать, а... Охренеть! Восьмой уровень, а наносит такой дэмэдж Мьюту. Охренеть! А когда он будет прокачанный? Как охренеть. Ладно. Давайте вылечимся. Что нам нужно сейчас? Ребят, сейчас нам, я так думаю, нужно идти прокачивать орб, чтобы заспавнить уже Забдуса. И, в принципе, нам тогда останется словить только... Ну, найти только, можно сказать, а не словить. Вот этого, как его там? Арчина. Ну, то есть, вообще фосил, можно сказать, да? Но нужен нам будет, в принципе, Арчин. Так, сейчас, давайте вот так. И сейчас, ребята, нам нужно будет... В принципе, только убивать вот этих всех покемонов, да и все. В принципе, больше нам ничего не нужно будет. Поэтому сейчас давайте-ка мы, ребята, вот это все. Не в бою. Сейчас я, наверное, перезайду, потому что немного глючит. Так, ну что, сейчас мы, ребята, продолжим прокачивать. Капут. Ну, если вот так смотреть, он уже наполовину, ребята, прокачанный. Вот сейчас нам осталось только вот как можно быстрее. Как можно быстрее прокачивать вот этих всех покемонов. Как можно быстрее, не покемонов, а прокачать вот этот орб. Потому что, в принципе, действительно очень много нужно покемонов еще убить. И, в принципе, любых, которые только есть, нам нужно убить. И, конечно, их нужно просто нереально... Очень много их убить нужно, поэтому сейчас, ребята, мы будем их убивать как можно быстрее. Как можно быстрее, чтобы прокачать уже наконец-то орб. Потом попытаться найти фосил, заспавнить себе Арчина и, в принципе, подвести итоги сезона. И все, ребята. И мы можем начинать другой сезон. Давайте, вот что я сейчас еще хочу, это поубивать еще немного боссов, чтобы попродавать алмазы. Вот, 3 алмаза выпало, 2, ну можно и так сказать. Так, сейчас, давайте сейчас мы что-то выкинем. Так, чтобы попродавать алмазы и купить себе, ребяточки, еще немного рар кэнди, так как, чтобы... В принципе, нам нужно еще будет прокачивать покемонов. Нам их нужно еще будет прокачивать. Ну, как бы, я, ребят, честно, не знаю, будем ли мы их вообще прокачивать до конца, потому что, в принципе, я не знаю, будет ли у нас время, так как... Да твою же опять! Ну, давай, ты уже... Так, давай, наполовину орб уже заполнен, я надеюсь. Ну, как бы, да, он наполовину уже заполнен. И еще нужно так же, и, в принципе, нам нужно убить приблизительно, я не знаю, сколько приблизительно, но, ну, короче, очень большое количество покемонов нам нужно еще убить. Так. Ну, потихоньку, да мы, ребята, прокачаем. Я, может, сейчас на паузу нажму, так как, в принципе, прокачка орба, конечно, не сразу. И нужно нормально так времени, чтобы прокачать вот этот орб. Ну, как заметно, он то ли наполовину, то ли уже чуть-чуть больше половины. Фиг его знает. Сейчас. Ну, чё ты... Так, давай ты. Так, давай ты. Быстренько. Как можно быстрее нам нужно
это все сделать. В принципе, покемоны тоже потихоньку прокачиваются. Тентакул. Кто там у нас есть еще? Так. Давай, 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 давай. Уже по... Так, ребята, выкинула. И, в принципе, они... Ну, прокачали мы Тентакруэля и сила. Но и у меня опять что-то крашнулось на том моменте, как сил прокачивался. Сейчас, я не знаю, можно ли... Ух, охренеть, охренеть. Его, короче, не показывает тут. И просто нереально лагает. Да, вот, и лаги прекратились, когда я его убрал. Так, ладно, ребята, давайте-ка мы пойдем домой, выложим их в компьютер и возьмем кого-то другого, хотя нет. Давайте-ка лучше мы, ребята, домой не будем идти, только потому, что опять, наверное, выкинет, а я не хочу, чтобы опять выкинуло. Поэтому давайте сделаем и так получше, да и все. Так. И давайте-ка мы вот так сделаем. Сейчас мы этих поставим в компьютер и возьмем, кого бы взять. Вот тебя можно. Хотя нет, тебя нет. Тебя можно. Фарфетч там. И тебя можно. Так, ну, в принципе, я не знаю, оставили мы тут компьютер или нет. Давайте пока что уберем. Так, и давайте вылечим покемон. Чтобы просто-напросто домой не идти, потому что я боюсь опять выкинет. Так. Так. И давайте, ребята, мы дальше. Дальше будем быстренько прокачивать. Попытаемся. Давай. Ох, куча уровней пошла. Так. Потому что уже лагает. А если я куда-то тпхнусь, то выкинет, наверное, 100%. Поэтому давайте тут уже прокачаем этот орб немного. Так. И покемонов, в принципе, заодно тоже прокачаем. Которых как бы нужно, да, прокачивать. А потом, если у нас будут немного алмазов, то купим себе Rare Candy. Кто эволюционирует? О, отлично. Давай. Давай, 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 давай. И там, я не знаю, ну, в принципе, там, да, есть еще парочку покемонов, которых можно эволюционировать. Так, отлично. Сейчас я не знаю, прокачивать или опять поменять покемона. Так, ну давайте еще парочку убьем. И так, давайте. Этого еще убьем. Нет. Да, давайте уже тогда этих тоже прокачаем, которые у нас тут есть. Бедрила. Ну, в принципе, я думаю, ему там немного еще осталось прокачиваться. Так. Давайте прокачаем. И, ну, иди-ка ты... Лагает, капут. Так. Так, кто тут еще есть? Кто тут еще? Ладно. Так. Тебя давай. Кто там еще есть? Тебя. И давай уже, давай, орбор, прокачивайся уже. Еще немного там, в принципе, осталось. Уже больше, чем половины у нас есть. Поэтому давай-ка ты прокачивайся. Так. Ребят, я так думаю, что я сейчас, наверное, перезайду, потому что с этими лагами это вообще капут. Сдуреть можно. Так. Так, ребята, сейчас давайте, в принципе, сейчас давайте-ка мы тут... Тут, или давайте все-таки уже можно пойти домой быстренько, быстренько, быстренько. Уже вроде не лагает, но тоже как бы не особо нужно часто ходить домой, потому что...
Потому что будет выкидывать. Так, ну давайте-ка мы поставим вот этого покемона сюда. И на прокачку, быстренько. Возьмем-ка мы, кого мы тут можем прокачать. Чё-то я вообще толком никого не вижу. Там был какой-то покемон, которого мы словили, только я не помню. Не помню, какой он, но я вроде помню, что мы его ловили. Сейчас, может, найдем, где он. Да как ты там выглядишь? Ребят, не помню. Ну вот тебя, хотя нет, тебя нет. Пока что. Кого там еще можно? Давайте Коффинга прокачаем. А вот того покемона у нас что-то нету, ребят. Я его никак найти не могу. Вот этого. Сейчас. Поке. Спаунсхилл. Вот. Я же его ловил. Но его у нас нету. Ладно, потом словим. Сейчас главное прокачать орб, да и все. Так. Идем-ка мы домой. Домой. На остров. И сейчас-ка мы продолжим прокачивать. Орб уже немного поднялся, как я заметил. Так. Но сейчас, если мы уже прокачаем орб, ребята, если мы прокачаем орб, нам нужно будет найти фозил. Потом прокачать немного хотя бы наших покемонов. Не говорю до конца, потому что до конца пока прокачать всех покемонов, которых у нас есть, тоже не очень так реально, потому что, в принципе, мы наловили себе кучу, а времени, если честно, нету. Ну, прокачаем хотя бы тех, которые прокачиваются не очень так долго, да? Так. Давай. Может, еще парочку боссов найдем, если что, потом еще раркенди купим. Если, в принципе, хватит алмазов, да, и... Так, давай-ка. Всех убиваем, всех, ребята. Нужно всех убить, всех прокачать. Прокачать орб уже, наконец-то. И новый сезон, ребята, действительно. То, что, ребят, я все-таки думаю, что больше... Мне хочется делать новый сезон спауна мобов, ребят. Ну поймите меня тоже, потому что это будет намного интересней. То есть не будет только одни покемоны, а будут и мобы. Вы не переживайте за то, что вот там моб сзади может подойти просто-напросто убить, да? Когда ты там будешь в бою с кем-то. Вот как раз это и придает то ощущение, что нужно быть осторожным даже тогда, когда ты дерешься с другими покемонами. Потому что может сзади кто-то, какой-то моб подойти в любой момент, да и убить. Вот поэтому и нужно быть осторожным. Но это придаст более, ребят, это придаст более разнообразности в игру. То есть не будут только покемоны. То есть нам нужно будет делать и броньку. И меч, и нужно будет строить более какой-то безопасный дом, не такой, как у нас сейчас. Нужно будет строить и стены, и ловушки, может, какие-то, а может, еще что-то. Плюс к тому нужно, ребята, нам будет нужно строить вот это. Нам нужно будет еду выращивать, чтобы голод, ну, что выращивать еду. Так, ребята, опять выкинуло, и опять, в принципе, капут. Короче, мы прокачали покемонов, потом я решил нажать на паузу. Я нажал на паузу, и я немного прокачал орб. И пока я качал орб, Зурия эволюционировала в Зурарка, или как он там называется. И, в принципе, потом я тпхнулся, чтобы еще поискать боссов, и выкинула, и, в принципе... ладно. Сейчас давайте, может, вокруг, вот тут, возле дома, поищем боссов, если, в принципе, найдем хотя бы... парочку боссов, чтобы потом закупиться Rare Candy, будет уже отлично. Потому что это капут. Нужно найти парочку боссов, если получится. И, в принципе, это уже будет отлично. Так, давайте поищем, может, где-то вот тут, возле дома. Чтобы далеко просто... О, да ну нафиг, Шайни.
Шайни, ну вот сейчас Шайни нам точно не нужен. И он, в принципе, где-то в земле, поэтому не будем мы туда идти. Ну, как бы нужен, да, но если это какой-то другой, которого у нас нету. В принципе, нам и так еще дофига покемонов осталось прокачать. А, ну что, нет боссов. О, босик, босик, босик. Где он? Вот. Так. И, в принципе, сейчас, ребята, наверное, я потом прокачаю уже орб до конца. И потом мы просто-напросто пойдем поищем фосил, если, конечно, найдем. Потом, может, еще немного прокачаем наших покемонов. И, в принципе, я так думаю, что уже можно будет... Я думаю, что на этом уже все будет, так как если найдем фосил покемона, если прокачаем всех покемонов, то это уже, в принципе, мы сделали все. Так, если этот в воде, то это хреново. Он, походу, в воде, поэтому не будем мы туда лезть. Так как, например, нам еще нужно будет прокачивать, если так посчитать. Если мы еще будем прокачивать Манчлакса в Снорлакса, то это вообще сдуреть можно будет, так как там много... Нужно их еще будет прокачивать. Долго, точнее, да. Поэтому я так думаю, что не будет смысла. Как-то мы по-другому просто его уже прокачаем, просто, да, и все. А, в принципе, ребята. О, босик. Так. А, да не ты. Так. И давай-ка ты иди. Вот, сейчас мы тебя... Так, сейчас мы убьем. Отлично, что тут? Так. Ребят, в принципе, я так думаю, давайте уже на этом заканчивать. Еще осталось пару серий, потом подведем итоги, если что. Давайте на этом заканчивать эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.